Вот сейчас наша выставка, она небольшая и поможет вам разобраться, отличить, где предметы нашей выставки, где наша постоянная экспозиция, прежде всего такая светодиодная подсветка. И вот выставка расположена в таких помещениях, как домашний кабинет Сергея Мироновича Кирова, и там высвечены полки в книжных шкафах. А комната отдыха, которая находится с левой стороны. Ну и также ванная комната, да, куда можно проходить. То есть это вот три такие основные точки, где вы сможете познакомиться с предметами нашей выставки. Не буду больше задерживать.